Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам третьей встречи, проведенной в Брюсселе с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Мишель заявил, что стороны договорились о первом заседании пограничных комиссий по вопросам делимитации границы. Стороны также договорились о продолжении работы по разблокировке транспортных коммуникаций. Также была достигнута договоренность о транзитах между западной частью Азербайджана и Нахчеваном и через территорию Азербайджана между различными частями Армении. Кроме того, стороны договорились о принципах пограничного управления в контексте международных перевозок, безопасности, а также таможенных пошлинах и правилах. В заявлении отмечается, что стороны встретятся в том же формате в июле-августе этого года.